Интересно, а что сейчас делает профессор Семин? Надо сходить навестить его. Он говорил, что хочет создать волшебный букварь. А вдруг букварь уже готов? Дядя Федор, очень рад тебя видеть. Как хорошо, что ты зашел. Я наконец-то составил волшебный букварь. Поздравляю, профессор. А можно мне его прочитать? Извини, дядя Федор, но все получилось не так, как я задумывал. Буквы, написанные волшебными чернилами, ожили и разбежались по моему кабинету, и большинство из них замаскировались под обыкновенные предметы. Помоги, пожалуйста, их собрать обратно в букварь. Вот еще одна буковка. Вот еще одна буковка. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Ух ты! Я нашел еще одну букву. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Скоро все буквы будут на месте. Скоро все буквы будут на месте. Скоро все буквы будут на месте. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Ух ты! Я нашел еще одну букву. Ух ты! Я нашел еще одну букву. Ух ты! Я нашел еще одну букву. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Скоро все буквы будут на месте. Ух ты! Я нашел еще одну букву. Скоро все буквы будут на месте. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Вот еще одна буковка. Одну букву. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Вот еще одна буковка. Какая хитрая буква! Хорошо спряталась, но я тебя нашел. Скоро все буквы будут. Вот, профессор, вот ваши буквы. Надеюсь, они не разбегутся снова. Большое спасибо, дядя Федор. У меня для тебя будет еще поручение. Я уже почти закончил составление букваря. Осталось только расставить первые буквы в некоторых словах. Чтобы поставить первую букву в слово, достаточно перетащить ее на картинку. И если ты все сделаешь правильно, она окажется в букваре. Умница! Ты правильно поставил букву. Ты все делаешь правильно. Молодчина! Умница! Ты правильно поставил букву. Умница! Ты правильно поставил букву. Умница! Ты правильно поставил букву. Ты все делаешь правильно. Молодчина!
Умница! Ты правильно поставил букву. Умница! Ты правильно поставил букву. Ты все делаешь правильно. Молодчина. Ты все делаешь правильно. Молодчина. Молодец, дядя Федор. Ты смог правильно расставить все буквы по своим местам. И я теперь смогу полностью закончить свой букварь. Знаешь, дядь Федор, некоторые слова в моем букваре такими вредными оказались. Просто покоя от них нет. Вот и сейчас хотят располагаться на страничках букваря только по количеству слогов. Вверху книги высвечивается цифра, которая обозначает количество слогов в слове. Если ты нажмешь на слово с верным количеством слогов, оно переместится на другую страницу. Смелее! У тебя получится! Чтобы перейти к следующей группе слов, нажми на цифру вверху экрана. Молодец! Ты правильно выбрал слово. Умница! В этом слове нужное количество слогов. Умница! В этом слове нужное количество слогов. Умница! В этом слове нужное количество слогов. Молодец! Ты правильно выбрал слово. Умница! В этом слове нужное количество слогов. Умница! В этом слове нужное количество слогов. Молодец! Ты правильно выбрал слово. 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 Спасибо тебе большое, дядя Федор, за помощь. Ты помог мне правильно расставить слова по нужным страницам. Нужно расставить буквы в словах, которые поясняют, что нарисовано на картинке. Здесь много картинок, которым я написал пояснение, но все гласные буквы из слов сбежали. Если не вернуть буквы на место, никто не поймет, что здесь написано. Теперь тебе нужно из алфавита, который я написал для тебя внизу, перетащить нужную букву на ее место в названии картинки. Будь внимателен, дядя Федор. Картинки – это ключ к решению задания.
То, что нужно. То, что нужно. Все делаешь правильно, дядя Федор. То, что нужно. То, что нужно. Все делаешь правильно, дядя Федор. То, что нужно. То, что нужно. Прекрасно. Ты все делаешь правильно, дядя Федор. Правильно, дядя Федор. То, что нужно. Поздравляю, дядя Федор. Ты справился с таким сложным заданием. Но это еще не все. Большое спасибо вам, профессор. Я многому у вас научился. Это тебе спасибо. Ты мне здорово помог в составлении моего букваря. Удачи тебе. Задание. В книге написаны названия предметов, которые потом заменяются картинками. Тебе нужно прочитать и запомнить как можно большее количество предметов, а потом указать картинки с изображением предметов, которые ты запомнил. Дядя Федор.
показал картинки. Молодец, дядя Федор. Правильно указал картинки. Молодец, дядя Федор. Невероятно! Ты запомнил все слова и правильно указал картинки. Молодец, дядя Федор. Прекрасный результат, дядя Федор. Вперед к новым рекордам. Представь себе, дядя Федор. Печкин ушел разносить почту, а мне нужно срочно переслать в журнал название моих фотографий. Я бы и сам это сделал, но, похоже, телеграф испорчен. Вместо букв он печатает цифры. Что же мне делать, дядя Федор? Давай посмотрим, Шарик, что можно тут сделать. Видишь, есть таблица с цифрами и буквами, а внизу набор цифр и кнопка «Ввод». Кажется, я догадался, что нужно сделать. У меня получилось! У меня получилось! Я все сделал верно! Название зашифровано. Я все сделал верно. Название зашифровано. Одна картинка готова. А вот еще одна картинка готова. Я все сделал верно. Название зашифровано. Получилось! Получилось! Теперь фотографии напечатают в журнале. Шарик будет рад! Вставляю к слову, который находится в центре, другие слоги, так, чтобы получилось название предмета, нарисованного на картинке. Если картинка оживет, значит, ты все сделал правильно и стал настоящим волшебником.
Замечательно, дядя Федор. Замечательно, дядя Федор. Вот это да! Давай еще одну картинку оживим. Ура! Ты настоящий волшебник, дядя Федор! Ура! Ты настоящий волшебник, дядя Федор! Ура! Ты настоящий волшебник, дядя Федор! Вот это да! Давай еще одну картинку оживим. Вот это да! Давай еще одну картинку оживим. Замечательно, дядя Федор. Замечательно, дядя Федор. Замечательно, дядя Федор. Вот это да! Давай еще одну картинку оживим. Настоящему охотнику для удачной фотоохоты обязательно нужно знать, где животное обитает. Например, слон живет в зоопарке. Джарик, ты что-то путаешь. В Африке и в Индии. Зато фотоохотиться на него в зоопарке намного легче, чем в Африке. Внимание, дядя Федор! В этом задании перепутались животные и их дома. Тебе нужно расставить слова правильно, чтобы на альбомном листе получилось два столбика. В правом – животное, а в левом – то жилище, которое соответствует этому животному. Удачи, дядя Федор! Дядя Федор. Ты правильно собрал пару, дядя Федор. Правильно, дядя Федор. Домик. Теперь мы знаем, кто где живет. Молодец, дядя Федор. Я не буду больше отвлекать Шарика. Привет, Матроскин. А что здесь случилось? Ты начал большую стирку? Да вот, дядя Федор хотел прочитать тетрадки, которые мне дал профессор Семин, и случайно уронил их в воду. Повесил сушить, а буквы не захотели сушиться и разбежались кто куда. Я не успеваю их ловить и правильно расставлять по местам на страницах. Помоги мне, дядя Федор, а то буквы потеряются, и я так и не выучу этот урок. Конечно, я помогу тебе. С чего начинать? Так, дядь Федор, у нас есть большая корзина, куда я успел собрать несколько букв. Но буквы перепутались между собой. Нужно отделить гласные буквы и согласные друг от друга и развесить их по разным страничкам. Гласные буквы направо, согласные налево. А гласные буквы, дядь Федор, это такие буквы, которые можно петь. Вот послушай, как я пою. Певец. Так и есть. Все коты умеют петь, но даже коты не могут петь согласные буквы. Например, буква «М». «М-м-м». Получается не песня, а мычание, как у Гаврюши. Совершенно верно, дядя Федор. Совершенно верно, дядя Федор. Верно, дядя Федор. Теперь мы с тобой на пару петь будем. Совершенно верно, дядя Федор.
Эх, неправильно, но ничего, сейчас получится. Совершенно верно, дядя Федор. Совершенно верно, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. Молодец. То, что надо, дядя Федор. Молодец. То, что надо, дядя Федор. Совершенно верно, дядя Федор. Верно, дядя Федор. Теперь мы с тобой на пару петь будем. То, что надо, дядя Федор. Совершенно верно, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. Молодец! Совершенно верно, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. Совершенно верно, дядя Федор. Молодец! Молодец! Совершенно верно, дядя Федор. Молодец! Молодец! Совершенно верно, дядя Федор. То, что надо, дядя Федор. Теперь я знаю, какие буквы согласны и не согласны. Патрушкин, а с чем буквы не согласны? Нет, дядя Федор, правильно, гласные и согласные. Ну что, дядя Федор, споем? Перепутались слоги. Наверное, решили сходить друг к другу в гости. Посмотри, дядь Федор, какие интересные слова получились. Но понять ничего нельзя. Придется нам вернуть слоги на место, чтобы можно было правильно прочитать все, что тут написано. Перетащи слоги с первой страницы на вторую и закончи слова правильно. То, что надо. То, что надо. Отлично, дядя Федор, я не сомневался в тебе. Отлично, дядя Федор, я не сомневался в тебе. А вот еще одно слово получилось. Молодец. Даже какие интересные слова можно придумать, просто переставляя слоги местами. Надо будет рассказать маме и папе. А вот еще одно слово получилось. Молодец! Отлично, дядя Федор, я не сомневался в тебе. Отлично, дядя Федор, я не сомневался в тебе. Отлично, дядя Федор, я не сомневался в тебе. А вот еще одно слово получилось. Молодец! Даже какие интересные слова можно придумать, просто переставляя слоги местами. Надо будет рассказать маме и папе. На первой странице набор слов с перепутанными слогами.
перетащи выбранный слог на вторую страницу и закончи слово правильно. Федор, в этом задании ты должен пройти лабиринт в определенном порядке и собирать по дороге буквы, из которых составлено слово, которое покажется в начале игры. Запомни это слово и смотри, не заблудись. Если соберешь все буквы правильно, сможешь выйти из лабиринта. Двигаться по лабиринту можно стрелками на клавиатуре. Вправо, влево, вверх, вниз. Иди от буквы к букве так, чтобы из них получилось заданное слово. Та самая буква. Идем дальше. А вот и нужный поворот. Та самая буква. Самая буква. А вот и нужный поворот. Та самая буква.
вот и нужный поворот. Молодец, дядя Федор, идем дальше. Самая буква. А вот и нужный поворот. Молодец, дядя Федор. Идем дальше. Идем дальше. Thank you.
вот и нужный поворот. Та самая буква. Вот и нужный поворот. Ты отлично справился с этим заданием. Молодец! Это задание дяди Федора на сообразительность. Есть набор картинок, изображающих разные предметы. Одна картинка лишняя. Ты должен ее найти. Посмотри внимательно. Справа на странице есть буква, которая поможет тебе в поисках. Матроскин, а ты знаешь какие-нибудь слова, начинающиеся на букву «И»? Конечно, знаю. Йод, йог, йодль. Ой, дядь Федор, не путай меня. Давай лучше поиграем. Нет, действительно был лишним. Правильный выбор. Как ты догадался? Правильно, то, что надо. Как ты догадался? Правильно, то, что надо. Как ты догадался? Правильно, то, что надо. Этот предмет действительно был лишним. Правильный выбор. Да, дядь Федор, ты есть лишний предмет. Молодец. Как ты догадался? Правильно, то, что надо. Не огорчайся, просто посмотри внимательно на изображенные предметы. Дядь Федор, ты есть лишний предмет. Молодец. Этот предмет действительно был лишним. Правильный выбор. Как ты... Лучше профессора отвлекать. Он очень серьезным и полезным делом занят. Лучше как-нибудь в другой раз зайду.
здравствуй, дед Федор. Здравствуй. Сколько лет работаю почтальоном, разношу населению почту, понимаешь? А такого еще не видел. Что случилось? Да вот, посмотри, дядь Федор. Прислали мне телеграмму, а я не могу понять, что в ней написано. И слова вроде все знакомые, а смысла никакого нет. Давайте я посмотрю. Вот, дядь Федор, телеграмма. Все слова в ней перепутаны. Расставь, пожалуйста, слова в предложении в таком порядке, чтобы я мог понять смысл телеграммы. Молодец, дядя Федор. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Молодец, дядя Федор. Вот теперь я смогу прочитать и телеграмму. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Молодец, дядя Федор. Неверно. Молодец, дядя Федор. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Молодец, дядя Федор. Молодец, дядя Федор. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Вот теперь я смогу прочитать и телеграмму. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Вот теперь я смогу прочитать и телеграмму. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Вот теперь я смогу прочитать и телеграмму. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Молодец, дядя Федор. Ты все сделал правильно. Смотри, картинка ожила. Ты мне очень помог. Большое спасибо. Все слоги в словах поменялись друг с другом местами. А потом забыли, где и стояли. Расставь, пожалуйста, слоги заново по местам, и я смогу прочитать это письмо. Молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Какой ты
ты молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Вот теперь правильно, дядь Федор. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Вот теперь правильно, дядь Федор. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Какой ты молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Вот теперь правильно, дядь Федор. Какой ты молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Вот теперь правильно, дядь Федор. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Какой ты молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Вот теперь правильно, дядь Федор. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Это просто поразительно. Ты прекрасный дешифровщик. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Вот теперь правильно, дядь Федор. Ну, конечно. Вот как нужно слоги расставить. Как я сам не додумался. Какой ты молодец, дядь Федор. Теперь я прочитаю это письмо. Дядь Федор, для тебя есть очень интересное математическое задание.
Из слов и слогов, как и из чисел, можно составлять различные уравнения. Только в ответе вместо числа будет стоять слово, которое ты получишь, если все сделаешь правильно. Попробуй решить все примеры и прочитай полученные ответы. Ты все сделал правильно. Дядя Федор, ты молодец. Отлично считаешь. Ты молодец, отлично считаешь. Я Федор, ты молодец, отлично считаешь. Логики и математики, и ответ готов. Как держать, дядь Федор? Немножко логики и математики, и ответ готов. Как держать, дядь Федор? Математики и ответ готов. Как держать, дядь Федор? А вот и верное решение. Ты все сделал правильно. Верное решение. Ты все сделал правильно. Это было трудно, но ты прекрасно справился. Разгадывать кроссворды. А если вписать все слова правильно, то можно послать решенный кроссворд в газету, и там напечатают в следующем выпуске: какой молодец Печкин Игорь Иванович. Только мне всегда не хватает времени этим заниматься. Дядь Федор, может, ты решишь кроссворд за меня, а я пока письма по адресам разнесу. Подставляй буквы из алфавита в ячейки. Просто перетаскивай их мышкой. У меня получается! Верная буковка.
правильная буква. У меня получается! Вот это правильная буква! Верная буковка! Вот это правильная буква! Такой буквы в этом слове нет! Попробую взять другую! Но я сейчас сосредоточусь, и у меня все получится. Такой буквы в этом слове нет. Вот это правильная буква. И еще одна буква на месте. Верная буковка. Слово готово. Верная буковка. Одна буква на месте. И еще одна буква на месте. Ура! Я отгадал слово. Кроссворд готов! Нужно сказать об этом Печкину. Пусть о нем в газете напишет. Наш почтальон Печкин очень занятый человек. Не буду его больше отвлекать. Больше профессора отвлекать. Он очень серьезным и полезным делом занят. Лучше как-нибудь в другой раз зайду.
не буду больше отвлекать Шарика. Лучше еще кому-то в гости схожу. А мне пора идти. До свидания, дядь Федор. Спасибо за помощь. Сегодняшний день был очень полезный, познавательный в знании родного языка. Надо будет обязательно рассказать маме и папе о сегодняшнем дне.